ходят бабушкины туфли за стеною взад-вперед. Если бабушка на кухне, значит, утро настает. Улетают с неба звезды. Кошка спрыгнула с дивана. Я ложился, было поздно. Я ложился, было поздно. Я проснулся, стало рано. Повернулся шар земной к солнцу нашей стороной. Повернулся шар земной. Я проснулся, кто со мной? Чайник я люблю, он жарким делом занят. Свистит он песенку свою и крышкой барабанит. Свистит он песенку свою и крышкой барабанит. Свистит он песенку свою. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно когда стоит неважная погода. Пых-пых, горячий вкусный чай разгонит скуку и печаль. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением. И вот варенье или мед, и две большие блюшки. В два счета мама достает для маленькой пирюшки. Я улыбаюсь до ушей, а чайник мой грохочет, хохочет, словно муравей. До слез его щекочет, а чайник мой грохочет. Пузатый чайник знаменит в любое время года, особенно когда стоит неважная погода. Пых-пых, горячий вкусный чай разгонит скуку и печаль. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением. Он с медом, он с вареньем, с чудесным настроением. Ромео, юная Джульетта, Ромео, юная Джульетта.
наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. И еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что оно, та же птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Я его не сопру безжалостно, я его не сопру безжалостно, я его не сопру безжалостно, крыльев не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Знаешь, как отпразднуем встречу. Восторженных свечение, глаз восторженных свечение, танец звезд и глянец вот. Лодка счастья по течению, лодка счастья по течению, одинокая плывет. За свиданием раздавая, так заведено, а потом воспоминания об исчезнувшем давно. Стучат нетерпеливые копытца. Перегруженных делами нас не троньте, все мотаемся, мотаемся по свету, и не видим, как порой на горизонте покачнется легкий парус из газеты. Что им стоит так без расписания улизнуть?
часы усталыми ударами. На земле спокойно дети спят, спят мои отчаянные парни, спят мои дедовые гагарины, носики, курносики сопят, спят мои отчаянные. Гагарины, носики, курносики сопят. Перед зеркалом девчушка лет пяти, перед зеркалом девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы, не хочет отойти. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. Смотрит зеркало невеста не спеша, смотрит зеркало невеста не спеша, оглянулась так эдак хороша, хоть и ждут ее, да не спеша. А время, время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время не убавляет ход. А время идет себе, идет. И вздохнув, печально женщина прошла. И вздохнув, печально женщина прошла, задержалась на мгновение и прошла. Помоложе раньше были зеркала. Ах, как время идет! Вот у зеркала девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы, не хочет отойти. А время не убавляет ход. А время идет себе, идет. А время не убавляет. А время идет себе, идет. Перед зеркалом девчушка лет пяти, смотрит в зеркало невеста не спеша. И вздохнув, печально женщина прошла. И когда успела внучка подрасти, на крыльях в синеву, синеву.
быть огнем маячным, может, блики солнца вставить в звоны сельских колоколен, чтоб летел их медный голос по белу свету чист и волен. Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Много волшебных историй, тут тебе и репка, и ключ золотой, тут и черномор тот самый, который зря всех пугал своею бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселый, как Буратино, и умный-умный, как Иван Дурак. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет сам, потому что он видел все сам. И смешно, зато в конце все будет хорошо. Ах, как тихо, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Спят они, обняв зайцев и котят, плюшевых прижав мишек. Тише, дети, спят, тише, дети, спят, тише, дети, спят, тише. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, тише, дети, спят, тише. В космос не страшась, их отцы летят, дети полетят выше. Тише, дети, спят, тише, дети, спят. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли сегодня. Сегодня для вас выступали прекрасные музыканты. Элла Хрусталева. Мои ученицы Варвара Скуратова, Кира Читоркина, Андрей Ануфриев. Прекрасная певица.
столицы и наш концертный директор Алина Филиппова, Аня Еремина, по совместительству моя дочь, замечательные музыканты, фортепиано Манук Казарян. Ведущая вечера, прекрасная актриса Марина Лисовец.